Всем привет-привет! В сегодняшнем видео я буду сравнивать два смартфона. Это iPhone 6 Plus и LG G4. Я буду сравнивать камеры этих двух смартфонов, а также сделаю небольшой обзор LG G4. Поэтому, если вам интересно, оставайтесь вместе со мной. На днях компания LG анонсировала новый флагман G-серии LG G4. Дизайн у телефона очень элегантный, задняя крышка выполнена из кожи, а-ля телефон Vertu. На презентации нам рассказывали, что крышка из кожи изготавливается до 3 месяцев, вручную. Задняя крышка у LG открывается, есть доступ к батарейке. У iPhone же нет доступа к батарейке. Телефон очень аккуратненький и легкий, намного легче, чем iPhone 6 Plus. У LG G4 изогнутый дисплей, из-за этого телефон качается лежа на столе. Экран у LG 5,5 дюймов, как у iPhone 6 Plus. Но iPhone 6 Plus выглядит намного массивней, чем LG. Непривычно, что кнопка включения и громкости располагаются на задней крышке. Дисплей очень яркий, сочный. Внутри LG 3 гигабайта оперативной памяти, 32 гигабайта встроенной памяти. Можно дополнительно вставить карточку. В iPhone 6 нельзя увеличить объем памяти. Батарейки хватает на сутки, как и в iPhone 6. Камера в LG G4 16 мегапикселей, в iPhone 6 8 мегапикселей. Конечно, камера у LG намного круче, чем у iPhone. Настройки можно выставлять вручную. От этого качество фото выигрывает. Ночные снимки на LG получаются лучше, чем на iPhone. Фронтальная камера у LG 8 мегапикселей. И угол обзора шире, чем у iPhone 6. Камера снимает дальше и больше влезает в нее. Мне это очень нравится. Также можно вручную настроить, насколько ты хочешь, чтобы твое лицо отретушировало. Для быстрого запуска камеры нужно два раза нажать на кнопку громкости вниз, при этом она сделает снимок. Есть лазерный автофокус и оптическая стабилизация. Телефон достаточно громкий, звук без визжаний, четкий. Хороший звук. LG предоставила несколько вариантов задних панелей. Есть керамические панели, есть панели, выполненные из кожи, на любителя. Вывод такой, чувство двоякое, дизайн немного непривычен, кожа может пачкаться, пошарпаться. Изогнутый дисплей качается лежа на столе. Это не очень удобно, но зато камера у LG отличная. Надеюсь, вам понравилось это видео. Если да, то обязательно ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал. С вами была Женя Гейн. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока.